Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. Я больше чем уверен, что нас опять же сбросили. Так, открываем с тобой колоду бесплатную пока еще. Так, мутагеноид, собственно, персоны. Так, шикарно. Забираем здесь. Так, и пойдем выполнять задание. Начнем с серии испытаний. Да, ребята, я прочитал ваши комментарии и... Последний раз, когда я проходил смятение из другого измерения, я не прошел одно из испытаний, поэтому у меня и награда получилась неполная. Вот в чем проблема была. Да, видно, спешил слишком сильно и, ребят, не заметил я этого дела, но ничего страшного. Как говорится, мы ничего там особого не потеряли, но также и не приобрели. Так, ладно, с этим сейчас разберемся. Сегодня у нас будет... прохождение какого-нибудь события, я не знаю, может быть даже двух. Посмотрим по времени, как у нас все это выйдет. Вот зачем я это сделал, а? Ладно, разберем тогда этих мусорщиков. Так, теперь, наверное, я думаю, сделаем вот так вот. Пиццелицей замедлился. Плюс ракеты от Армагона. Угу. И, наверное, вертушка. Хотя, зачем вертушку нам тратить здесь, если мы можем и простенько добить. Две атаки. Так, ага, даже не попал. Ну и в принципе все. Здесь мы с тобой прошли. Забираем награду. Давай, 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 хорош тут уже телепунькаться. Так, забираем награду за серию испытаний. Так, и дальше у нас идут с тобой поднять уровень, ага, поединки. Так, мы продолжаем с тобой прокачивать Ваньку. Именно его навыки. И у нас тут граната. Из России с любовью. Значит, нам нужно найти 6 ячеек Кренга. А это будет проблема, я думаю. Так, одну нашли. Вторая. Это уже хорошо. Так, микроскопы, они нам не нужны в данный момент. Да что ты будешь делать? Они сейчас так будут выпадать нам? Да серьезно, что ли? Ну, да хорош. Ну, ребят, ну, давай уж. Так, это какая-то четвертая у нас получается. Пятая. Шестая. Такое впечатление, что я где-то ошибся. Мне кажется, шестая вот сейчас будет. Да, вот она. Так, и давай посмотрим. Да, 6 ячеек и 10 ящиков с инструментами. Но это уже будет у нас в следующей серии. Давай-ка мы здесь заберем награды. И поднять уровень персонажа. Но это проще палиной репы. 5000 мутагена. Всего лишь-то 5000 мутагена. Ну и кого я смогу, интересно, здесь прокачать? Мак, ну ты хочешь прокачаться? Хочет. Ну вот и круто. Так, забираем свои награды здесь полностью. Ну что, начнем, наверное, с турнирной арены. Ну, как обычно, ребята, в Лигу Самураев 3 звезды меня сбросили. 21 откат. Этого достаточно пока будет. Я, правда, могу еще здесь получить, если... посмотреть рекламу, еще 10 откатов. Но думаю, пока этого будет достаточно. Так, а если у нас по испытаниям? Мания Майки. Вот, кстати, давай-ка мы, наверное, начнем все-таки с прохождения испытания на Манию Майки. Мы тут все равно далеко не уйдем. Нам нужен Микеланджело Видение и, по большому счету, Микеланджело Космос. Но до него мы не дойдем, потому что, ребята, дают мне вот таких персонажей, с которыми мы особой каши-то и не сварим. Ну, майки видения мы должны с тобой получить. Так, зачем я так делаю? Можно, конечно, поставить автобой, но ладно, разберемся так. Будем делать массовые атаки, которых у нас всего лишь две. Это у... хотя, подожди, три. У Мундагека тоже есть. Но она только на этих действует, на слабенькие уровни, потому что он сам по себе, как ты видишь, 54-го левела. Он далеко у нас не уедет, максимум, наверное, до... третьего или четвертого испытания мы с ним только дойдем. Но, тем не менее, какой-то будет от него толк. Так, поехали сюда. Это у нас второе испытание идет по счету. Давай начнем с бомбочки. Фиксим. Так, ушатал. Самый сильный здесь, конечно же, у нас идет Зек. Ну и Крис Брэдфорд, наверное. Можно еще Рокзара сюда, конечно, припечатать. Но он у нас больше не силовик, а все-таки... провокатор.
Так, это третья волна. Можно здесь, в принципе, массовую атаку одну сделать, которой у нас нету. Она нам не выпадает пока. Тогда разберем их уже вручную. О, Мондагека даже не справился с Микеланджело, с ролевым. Вот настолько, ребята, он слабоват. Не смог. Он ударился и скинбортом, да, по врагу. Ну и тот, как говорится, не отдуплился. Ну а вот Микеланджело видение. Как раз кто нам нужен. Именно его ДНК нам надо, чтобы прокачать его в дальнейшем. Так, бросаем бомбочку. Хоба. Нормуль. Кстати, друзья мои, по поводу новых игр, которые я вам последнюю, наверное, неделю показывал. И я вам скажу одно. Вот вы говорили в свое время, да, Рэй, разнообразить контент. Я уже повторяюсь, правда, но тем не менее. Ребят, я вам показываю новые игры, и ничего вообще по нолям. Ничего вам не заходит, так что я не знаю, как быть. Значит, мы будем дальше продолжать проходить Черепашек Ниндзя, да, и Всадники Дракона. Это единственное, что заходит. И, кстати, про Юрский парк. Ребят, вчера хотел записать серию. Настолько меня выбесили вот эти вот вылеты, что я не знаю, как даже продолжать их снимать. И помимо этого, что она вылетает, мне не дают нормальных там динозавров, понимаешь? В Юрском парке не дают. Постоянно меня там бомбят. Я вот где-то минут 50 поснимал. Там в основном идут одни боевки. Вот, и вышло так, что из этих 50 минут я только отгребал по полной программе. Ну, если вы уж настаиваете, чтобы я продолжал, я, конечно, могу, стиснув зубы, продолжить. Несмотря на то, что там постоянно эти вылеты, придется все это, конечно, сшивать, перешивать, вырезать. Но попробуем, ребят. Так что пишите в комментах. Ладно, а мы с вами переходим на... Здесь нам делать больше нечего, как ты понимаешь, да? И переходим с тобой на турнир. На турнире у нас 15-19 сразу выпадает. И мы с тобой 51 уровень. 51 уровень врагов. Так что давай, наверное, вот так вот сделаем. Змейка Вьюна возьмем. И вот этих вот полтинников. Потому что слабачков мы с тобой будем разыгрывать уже с помощью наших имбовых персонажей, которые здесь, естественно, наведут шороху. Так, а вот здесь я не погорячился ли, друзья мои? По-моему, погорячился. Так. Что-то, кажется, тут пахнет фейлом, причем офигенным. Я положился на Змей Ковьюна, и, похоже, это я сделал зря. Это большая моя ошибка. Ё-моё, ну все, Ксевер Монтес падает. Так, я не знаю, может быть, провокацию взять? Но он здесь не выживет далеко. Так, кто у нас там будет сейчас ходить? Вот этот, да? Ну-ка, давай его бомбанем. Ладно, допустим. Так, мы сможем ушатать с тобой? Давай-ка вот так я все-таки сделаю. Усилю команду на атаку. Если мы здесь выживем, это будет, конечно, какое-то чудо. И чудо случилось. Друзья мои, просто на волоске от гибели. Ксевер Монтес каким-то, я не знаю... чудом выжил, просто-напросто. Его могли бы зашатать, причем с полтыка. Ну что же, самураи, до сих пор 3 звезды, 13 ранг, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, 15-19, я уже не буду рисковать, ребят, хорош. Я уже понял эти намеки, что лучше делай по старой, как говорится, традиции. Бери одного имбового и кучу слабеньких. Только здесь тебя ждет успех. Да, ребят, тем более, эта неделя у нас тоже великолепная. У нас разыгрывается персонаж. На него нам нужна ДНК. Поэтому нам нужно, естественно, здесь буститься, буститься, еще раз буститься, чтобы как можно дальше и быстрее продвигаться по арене. Именно чтобы мы попадали с собой в топ. К тому же у меня тут рабочие дни сейчас наступают. Как бы не будет пару дней, и играть мы не сможем. Поэтому, Филипп, ай, бабуля там. Ладно, хорошо. Хорошо, бабуля. Типа, представляешь, что бабуля играет против нас. Так, хотя, почему там Филипп? Может быть, это аккаунт бабули? Фиг его знает. Ну, как ты понимаешь, тут, естественно, все у нас абсолютно без проблем будет. Мы всех тут забомбим. Никто нам здесь ничего не сделает. Потому что имбовые, естественно, персонажи.
Так, ладно, двигаемся дальше. Сегодня попробуем дойти до Лиги Сёгунов 3 звезды. Конечно, хотелось бы мне попасть в мастер. Может быть, и получится. Может быть. Я, в принципе, не вижу никаких проблем с этим. Как бы уже школа у нас тут заезженная, да? Практически до дыр. Ничего новенького здесь мы не сделаем. Но и к старым, как говорится, ошибкам мы тоже возвращаться не собираемся. Поэтому пускай идет все как идет. Нам главное добраться до топчика. И если мы с тобой одно событие сегодня не допрошли, ну ты понял какой, да? Это день кого-то майки мы, да? То, возможно, мы сегодня пройдем тогда второе событие, если у нас опять же хватит с тобой сыра. Потому что сыр мы уже потратили, да? Сколько там, если даже взять, грубо говоря, по десятке за каждый поединок. Три мы сделали, то есть 30 сыра. Дается всего лишь 70 на игру, и это остается 40. То есть 4 поединка можно всего лишь там сыграть. Так себе перспективка, но в принципе начать можно будет. Так, ну что, давай, давай, загрузка. Как-то долго. Сегодня очень много хочу чего сделать, ребята. Черепашки-ниндзя, всадники-драконы. Потом что у нас там идет? Tower Conquest хотел пройти. Еще пару уровней. Потому что просите, просите. Вот. Ну, естественно, я не знаю, сегодня Days After будет или нет. Я вчера, ребята, за кадром решил пофармить. И я тебе скажу следующее. Там жесть. Очень тяжело находить ресурсы. В принципе, там... Получил я, по-моему, один уровень, да, пару уровней получил. Открыл новые рецепты, но чтобы мне ими воспользоваться, нужны такие ресурсы, которых просто мне сейчас не найти. Бегаю по этим локациям. Постоянный фарм, но ты все-таки напиши в комментах, хочешь ты видеть ее или нет на этом канале. Так, и не забывайте, друзья мои, про второй канал. Там у нас вышла новая серия по Армия Зомби 4. Мы закрыли с тобой главу про цепелины. Начинается там новая глава у нас. Не знаю, когда мы к ней вернемся. И также у нас антиштанисты. Да, там, я думаю, предпоследняя серия вышла. Ждем скоро окончания. Но до этого мне нужно подкачаться будет за кадром, потому что там уж больно лютые противники. И с тем набором своих навыков идти мне туда бесполезно, потому что там охрана меня просто разбирает на изи. Ну, кто посмотрит, тот поймет, в чем проблема. Так, ладно. Что-то мы как-то с тобой тут медленно-медленно очень бустимся. Почему я называю, ребята, бустимся? Ну, потому что второй день после первого, он практически ничем не отличается. Да, мы с тобой забираемся очень высоко при бусте, но также нас быстро и скидывает. Поэтому приходится как будто бы все заново делать. Единственная лишь разница в том, что если бы я не бустил, я сейчас добирался бы только до лиги, наверное, самураев, да? Предположим. А в данный момент я уже начинаю с самураев 3 звезды. То есть мне нужно немножко поднапрячься, чтобы попасть в Лигу Мастеров. Ну а уже там с Лиги Мастеров начинается, как говорится, эпик. Там тебя скидывают очень медленно, потому что не каждый туда заберется. Это раз. Ну и во-вторых, нам там больше наград выпадает. Чем выше лига, тем больше и лучше награды. Это касается всего этого. И долларов тех самых, которые мы копим с тобой постоянно. Ну и, соответственно, монеты. Монеты нам тоже с тобой нужны, потому что именно за них мы покупаем с тобой ДНК на нужных нам персонажей. Так, ну что мы здесь с тобой сделаем? Давай, наверное, вертушечку сразу же закатим. Интересно, упадут они все? Нет, все не падают. Посмотри-ка, Бакстер Стокман 60-го, ребята, заметьте, уровня устоял против удара Усаги. Он даже не получил постепенного урона. Я думаю, что Армагон бы в этом случае бы 100% бы его ушатал своим валуном. Это можно даже, ребята, проверить. Как? А легко, ребят. Берем просто с вами Армагона. Сейчас, подожди секунду. Хочу получить 15-21. Но что-то они жопятся, не хотят мне давать это. О, ё-моё, ну было же. Это спешка, опять же, моя. Так, ролим, ролим, ищем. Вот. Саша, но здесь уже Микеланджело. Но он 59 уровня. Так, Баксер, подожди, пока не лезь.
Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре. Ну, бойцы у нас потихоньку-потихоньку заканчиваются. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо в том, что мы с тобой скоро арену закончим. А плохо то, что мы с тобой не поднимемся выше. Ты видишь, что делает? Вот Армагон не прощает, ребята, ошибок. Он сразу наказывает. Без каких-либо разговоров. Просто дает удар и все. Так, ну что, давай дальше. Слушай, мы в Сёгуну сейчас попадем с тобой. В три звезды, а там уже рукой подать нам. До мастера, да? Вот опять начинается. Так, 16-21 было же. Так, ну что у нас тут, 16-21 нашелся. Противник, это у нас Влад. Ага, подожди, кого я беру? Хотя, да, мы... Так, подожди секунду. Ладно, пускай морзинная кошка пока не будет участвовать в бою. В любом случае мы до нее доберемся. Так, бомбим. Сейчас, друзья мои, мне придется немножко, наверное, отвлекаться, потому что у меня там рис варится, и я не хочу, чтобы он переварился. Мне придется периодически отходить и поглядывать за ним. Так, ну что, вот и Сёгуны 3 звезды. 87-я позиция, как ты видишь. Это очень-очень хорошо. Так, Гамзе. Слушай, ну откатов нам хватит на эту серию. Так, морозильная кошка, иди сюда. Мы тебя обязательно должны разыграть. Потому что каждый персонаж тут на вес золота, на вес каждой монетки, да? Ну и что же, Армагон, естественно, первый ходит. У него инициатива приличная, ну и, естественно, удар. Как мы знаем, он до 70 уровня, в принципе, до 71 даже. Может разбирать всех в соло, но рисковать уже не будем с тобой. Слушай, а может быть мы попадем сегодня в мастер 2 звезды? Нет, это вряд ли. Хотя внутри у меня... теплится такая надежда, что а вдруг нам повезет. Вдруг сегодня у нас будет типа второго буста, и очень круто мы с тобой стартанем, рванем, так сказать. Ну, тут видишь, предсказывать я ничего не могу, потому что игра непредсказуема, ребята. Кстати, как вам сила порталов? Я имею в виду черепашки-ниндзя. Будем дальше снимать или нет? В прошлой серии ты видел, как я ушатал Бибопчика? Было очень прикольно. Следующим боссом будет там, по идее, Рокстеди. Но до него, наверное, придется серии 2 еще клепать. Так, 49-я позиция, отлично. Отлично, ребята, шпарим. Джулио. Так, а ранг уже у противников 65-й, 66-й. То есть они близятся к 70-му. Хорошо, я, наверное, в принципе, готов к этому раскладу. Интересно, сегодня в Драконы Всадники Олуха будут новые события или опять нет? Потому что уже... практически неделю никаких событий там нету, а мне нужны ресурсы. Кстати, один из подписчиков тоже написал, что ему нужны ресурсы, и он очень ждет события. Потому что именно там можно хорошо, как говорится, набрать древесины и рыбы. Так, 29-я позиция. Что-то как-то здесь немножко мы с тобой приуныли. Черепашки медленно здесь начали проходить. И у нас, смотри, у нас с тобой заканчиваются персонажи. Их осталось очень мало, буквально еще на 2 боя. Нет. Лига мастеров 2 звезды нам не светит, но в одну звезду мы с тобой точно зайдем. Это 100%, я тебе говорю. Ох ты! Ты погляди-ка! Наш кабанчик тут выстоял. Хм. Да, я вот все-таки сколько раз убеждаю себе, это Бибоп и Донателло — это, наверное, одни из самых таких крепких персонажей. Но опять же, не все классы. То есть, как классы все, но... есть же здесь разные Бибоп. Есть классический, есть там какой-то брейкдансер, да? Вот в этом плане. Также и Донателло у нас. Есть классический, есть оригинальный. У нас только лишь вот Майки, наверное. Все классы Микеланджело почему-то имеют офигенную инициативу. Ну, не забывайте также про Карайку. Не забывайте про Хана. У них тоже очень большая инициатива. Опять, видишь? Если не Бибоп, то Донателло выживает. Парадокс какой-то. Может быть, конечно, у них какая-то есть иммунка против как раз удара Армагона. Ну, ты знаешь, да, что каждая стихия имеет положительные и отрицательные стороны. Так, ну мы с тобой уже в Лиге Мастеров. В Лиге Мастеров 1 звезда. И давай-ка попробуем как можно ближе
подойти к Лиге Мастеров 2 звездочки, чтобы нам уже на следующую серию пришлось меньше драться. Так, ну что, валунчиком, да, как всегда? Как всегда, но здесь они, наверное, не упадут. Подожди-ка, кстати, я уровень-то не посмотрел, 64-й. Я что-то пожанулся, я думаю, а вдруг 74-й, и тогда бы Армагон здесь просто никого бы не смог. Ну как, кого-то смог положить, но большая часть бы, наверное, осталась и начала бы разбирать наших ребятулек. А мне это надо? Конечно же нет. Так, давай дальше определяться. 17-23, вот, уже, ребята, 71 уровень, поэтому Армагон здесь соло не потянет. И у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, получается еще один бой. Нет, два боя, потому что мы одного персонажа с тобой не отыграем, и нам придется, наверное, все-таки брать откаты. Блин, 5 откатов, это очень накладно, если честно. Как по мне, так лучше пропустить бой один раз, да? Чем потратить 5 откатов. 5 откатов — это потенциальных 5 поединков. Как бы понимаешь, да, чем я? Тут либо-либо. Сейчас посмотрим. Так, 16-22. Это у нас Цезарь. Смотри, я могу сделать вот таким вот образом. И тогда мне не придется вообще тратить откаты. И отыграем здесь с тобой по полной программе все. Да, я думаю, что здесь мы справимся. Здесь у нас есть Зэк. Так, у них кролики. Мы с тобой, естественно, делаем здесь уклонение. Оно нам понадобится. Дальше мы бросаем с тобой бомбочку от Зэка. Окей, тут мы берем с тобой провокацию и выпускаем смертельную волну от Бакстер Стокмана. В принципе, ребята, все получилось. Ну, против этих, они хоть, как сказать, половина команды полуимбовая, да? А два персонажа вообще топчики. Все-таки у нас получилось разобрать, и мы с тобой попадаем на 32-ю позицию. Это Лига Мастеров «Одна звезда». Так, что у нас еще с тобой запрятано в шкафу? Ну, мутаген я не буду сейчас набивать. Ага, 61 сыр. Так, кто нам здесь нужен? Кунаичи и Шинигами. Ну что, давай, наверное, попробуем пройти. Так, поехали. Ага, тут у нас вот такая вот командочка. Слушай, ну в принципе, вот такой командой можно попробовать зайти и пройти. Знаешь почему? Потому что у нас здесь есть хиллер. Хиллер будет у нас с тобой Супер Шреддер. У нас здесь есть Таунт. Это Рахзар. У нас есть три массовика. Это Бакстер, Ванька и Зэк. Плюс еще Зэк дебафер. То есть он может замедлить противников. А Бакстер Стокман может в свою очередь повесить постепенный урон. То есть, ну сам понимаешь, да? Плюс массовик-затейник у нас с тобой Супер Шреддер. Он как хиллер. Он еще имеет свою супер-атаку. Довольно мощную. Конечно, он на себя повесит тем самым дебаф. То есть он потеряет меткость. Но ты знаешь, мало кто из противников сможет выжить после его атаки. Так что вот, наверное, мы это событие с тобой пройдем сейчас. Давай-ка глянем. И если мы его пройдем, то, ребята, у нас как бы сокращается с вами время, да? У меня остается только лишь в запасе арена. И остается время на прохождение других игр. Это большой плюс. Например, я давно не играл в безумных монстров. А я хотел бы поиграть в них. Что у нас там еще из такого мощного? Я уже даже не помню, ребята. А, надо как-то в этот Grow Castle поиграть тоже. Правда, единственное, я не понял. Вы говорите, возьмите того персонажа. Я не знаю, много что ли зависит от того, какой герой у тебя там взят. Раз вы так говорите, что тот круче, этот не круче. В свое время вы мне говорили взять вот этого, которого у меня сейчас в данный момент. Но теперь ваше почему-то мнение поменялось. Может быть, после обновы. И вот сколько раз говорил, ребят, да, игре сколько лет, и все не могут никак сделать там русский язык. С русским переводом было бы намного все проще. По крайней мере, для меня. А так вот эти вот тонкости, нюансы, фиг его знает. Кто-то говорит, смотри, какие-то там ребята эти, какую брать пачку.
Слушай, я еще раз говорю, я не люблю у кого-то где-то смотреть, слизывать, списывать. Я предпочитаю играть сам, учиться на своих ошибках. И, естественно, эти ошибки вы мне указываете, вы мне помогаете. Вот как бы вот такое взаимодействие, а не то, что я куда-то пошел на какой-то там канал, кто именно специализируется по этой игре, посмотрел, все слезал и это. Это касается даже той самой игры ПВЗ Герои, которую мы давно играем и любим. Free Em Up, да, у нас есть такой зарубежный блогер, который именно специализируется по этой игре. Ну, что я тебе могу сказать? Я смотрел, как он играет. Играет он, конечно, отлично. Но, опять же, ребята, у него все легендарные, у него вся колода есть, все персонажи. У него все открыто. И, знаешь, у меня такое ощущение, что вот особенно в последних сериях, когда он играл без легендарок, там, без раритетных карт, это, ну, чисто фартовая удача. Ну, как так может быть, ребята, что он на волоске от гибели, и он все равно выигрывает? Ну, это просто, знаешь, такой, как договоренный бой. Ну, я понимаю, что это не так, на самом деле. Но с таким фартом, как у него, я бы, наверное, тоже уже давным-давно был бы в этой, в легендарке бы. У него там все очень, конечно, классно получается. Но, извини меня, этот человек, сколько он там играет, я не знаю, наверное, года 3-4, это минимум, я так предполагаю. Потому что я не все его видосики смотрел, потому что, ну, как бы, он говорит там по-английски, я с английским не вась-вась, как говорится. Ну, смотрю чисто на принципы его геймплея, как он играет, как он расставляет, как он мыслит. Почему-то у нас именно в России, да, и по Европе, как мы играем, у нас почему-то такая фигня не прокатывает, как у них там. Потому что я так понимаю, что вот мы играем у себя, ну, как бы Европа, да. У нас получается, что и контингент именно европейский больше, чем американский. Он там у себя играет, у него, наверное, больше все-таки американского. Американские, как говорится, и противники, и зрители, и все. А у нас немножко по-другому. И вот, может быть, в этом разница, что мы более умнее, или как, я не знаю, назвать-то это. Более продвинутые, как бы. Потому что я вот играл, сейчас я в данный момент нахожусь на 43-й, по-моему, лиге. На 43-й лиге. И вот так вот я смотрю. Я предпочитаю, опять же, колоду спортсменов, да. Потому что, ну, из того, что есть, друзья мои, я могу только ей пользоваться. Легендарных карт у меня нету. Ну, они есть, но их очень-очень мало. Их можно практически, ребят, пересчитать на пальцах. Вот, и поэтому, как бы, спорт-колода мне заходит. Очень заходит, круто, но, опять же, там такой шанс. Раньше было 50 на 50 у нас, да, выигрыш-проигрыш. То на высоких рангах эта колода, ну, практически пасует полностью. Потому что есть у них и обходы, и другие подходы, и кто-то там даже на грибах. Ну, ты знаешь, да, эту колоду. Грибная поляна, грибы, потом либо ананасы, либо молекулярная эта капуста, которая превращает все карты, все эти грибочки в легендарных растений. То есть, ну, сам представляешь, да, куда мне там тягаться с ними. Или там те же самые зубостезила на отхилах. Та же самая роза на заморозках. Но, кстати, роза на заморозках в последнее время почему-то, ребят, не актуальна. Сейчас все-таки больше идет на хилы. Или тот же самый орех с отражением, с ореховым отражением. Так, ребят, а мы с вами тем временем уже дошли до шинигами. Что-то я как-то, ну, как всегда, вы понимаете, да? Отвлекаешься, забываешься, и ты уже в другом мире. Это у меня такое практикуется. Вот, короче, мы сейчас с тобой проходим, да, здесь вот это вот. Забираем ДНК на шинигами и будем заканчивать, потому что, ну, нет резона, ребята, мне идти на спринтера. Ну, нафига он мне нужен, если он у меня, тем более, прокачан весь. Я лучше оставлю вот эти вот сыр, который у нас, да, будет. Я лучше сделаю этот фарм, пускай даже одного персонажа. Ну, может быть, и не достанем персонажа, но хотя бы одну попытку мы с тобой сделаем во благое дело, чем я буду просто тратить на сплинтеры и ничего от этого не получить. Хотя, если мы с тобой завалим сплинтера, у нас там, по-моему, будет намного круче, да, фарм.
Там, по-моему, можно будет достать шинигами. Там можно будет достать кунаичи. Там же, по-моему, и сплинтер можно достать. Но он нам не нужен. Так, тихо, вот здесь вот надо аккуратненько. Потому что здесь Леонардо, Майки. Давай начнем вот так, наверное. Смертельная волна. А дальше пулеметная дробь от Ваньки Стиранка. И вот так удар. В комментариях спрашивают: Рей, сколько тебе лет? Ребят, я вам повторяю, мне 41 год. 41 год. Сколько, говорит, у тебя подписчиков? Подписчиков у меня, друзья мои, ну где-то 100, 120 тысяч. Вот так вот скажем. Чтобы просто не было этих вопросов: почему у тебя не видно подписчиков? Говорит, кто-то там спрашивает. Потому что они скрытые, друзья мои. Ну, толку от них нету. Вот на самом деле, вот от цифр, сколько у тебя подписчиков, толку абсолютно нету. При 120 тысячах подписчиков просмотров всего лишь 1,5-2 черепашки выстреливают на 4-5 тысяч просмотров. То есть, ну, как бы понимаешь, да, что нет смысла их показывать. Че хвастаться? Чем? Было бы 1,2 миллиона, можно было бы, ребят, показывать. А так нету резона. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут можно пофармить, если что-то вообще можно. Слушай, вот здесь вот неплохо, кстати. Можно вытащить шинигами, можно вытащить кунаичи. Поехали, попробуем. Ага, жетоны. Камень Талик. Вот об этом я всегда мечтал. Именно о жетонах и о камне Талике. Так, ну что, друзья мои, тогда нам получается, можно закругляться. Да, можно закругляться. Сегодня неплохо мы так с тобой порубились. Мы в Лигу Мастеров попали. Прошли практически 2 испытания. Выполнили все задания. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя. 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 Юные таланты. Чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя. 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 Юные таланты.